Вся наша жизнь – кардиограмма, то взлеты, то падения. Но в отличие от линии судьбы, ритм сердца можно проверить. Аппарат, который записывает электрическую активность сердца, ЭКГ, служит человеку с 70-х годов 19 века. А придумал его англичанин Уоллер. Конечно, почти за 150 лет аппарат усовершенствовался, но принцип его работы остался прежним. Как часто нужно проверять свое сердце и о чем может рассказать кардиограмма обычному человеку, у которого нет медицинского образования, мы сегодня спросим у гостя студии. Рада вам представить Николаева Николая Анатольевича, доцента Омского государственного медицинского университета. Доброе утро. Доброе утро. Николай Анатольевич, сердце у человека...